Водитель, будь бдителен. Под таким названием прошла акция по соблюдению безопасности дорожного движения в Лакском и Кулинском районах. Организаторами выступил отдел просвещения при муфтияте республики совместно с сотрудниками ГИБДД и общественными организациями. Подробности далее. Ассаламу алейкум, инспектор ДПС Сержан Магомедов. Акция у нас «Ислам и безопасность дорожного движения». Нет, на этот раз сотрудники ДПС не штрафуют водителей, и остановка не для проверки документов. Инспекторы совместно с отделом просвещения при муфтияте проводят очередную акцию, цель которой – предупредить участников дорожного движения о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Ну, удивления большого на лицах водителя я не вижу, потому что мы регулярно проводим такие акции и всегда проводим мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий. Административный центр Лакский район, село Газикумух. Здесь акция «Водитель, будь бдителен» берет свое начало. Кумухские автомобилисты за безопасное вождение и категорически против тех, кто их явно нарушает. Алкоголь и автомобиль несовместимы. Никогда. Вот я уже 34 года уже директором уже центра традиционной культуры народа России в Кундах работаю. Вот не пью, не курю. Здоровый образ жизни у меня. Занимаюсь спортом. В буклетах напоминают водителям о тяжких последствиях, которые лучше избежать. Предупрежден, значит вооружен. Акция, конечно же, в первую очередь для того, чтобы люди понимали, водители, что это для их же блага, чтобы они знали, что Всевышний Аллах на них смотрит, видит их. И не только видеокамеры надо как бы бояться, а в первую очередь камера должна быть в сердце, твоей душе, и знать, что вот Всевышний будет отчитывать, и ответственность перед Всевышним намного серьезнее, намного ответственнее, чем перед другими. В зоне риска первыми оказываются те люди, которые только получили право, то есть они молодые люди, и это очень актуально для молодых людей. Такую, мы считаем, что такую работу надо проводить регулярно, ну и так, чтобы молодые люди тоже взяли себе на вооружение и учитывали все, что сказано в данной акции. Акция «Водитель, будь бдителен» завершилась в Кулинском районе в селе Вачи. Водителям и пешеходам раздали 150 разъяснительных буклетов. Подключился к пропаганде безопасного движения и местный блогер-пастух Абдурахман Кадинаев. В республике, я считаю, это нужно издавать, короче, с начальных уроков в школе просвещать, вот так узнавать, чтобы дальше больше и аварий не было, и водители были спокойнее. Камиль Девятов, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Лакский район.